Центре олимпийской подготовки по боксу разыграли Кубок губернатора Омской области. Участие в турнире приняли мальчишки от 13 до 15 лет. Больше полусотни спортсменов из омских боксерских клубов, а также спортивных школ Калачинска и Щербакуля оспаривали почетный трофей. Традиционно на этих соревнованиях из числа победителей отбирают ребят, которые будут представлять наш регион на чемпионате Сибирского федерального округа. Омским боксерским клубам конкуренцию составили две районные школы из Калачинска и Щербакуля. Проводим 12-й турнир. Приехали ребята с разных районов. Смотрим лучших, выявляем сильнейших. Как обычно, работаем, ищем таланты. С каждым годом немножко увеличивается число занимающихся. Это хорошо. Для нас это лишний повод, да, привести лишних спортсменов молодых, с которых будем выбирать, выявлять дальнейших звезд. За свою 12-летнюю историю Кубок губернатора дал путевку в жизнь многим талантливым боксерам. Победить здесь значит доказать, что ты сможешь выступать на турнирах всероссийского, а быть может и международного класса. Как и все, наверное, первенство Омской области, это как один из первых этапов отборочных для стартов уже и на первенстве сибирских федеральных округов, в которых ребята участвовать будут в начале уже следующего года. У нас буквально календарь очень насыщен. В январе и феврале будут проходить все первенства сибирских округов по разным возрастам. Мы, соответственно, сформируем команду из итогов выступления вот на этих соревнованиях ребят. Те, кто занимают первые места, они, соответственно, будут представлять наш регион уже на первенствах Сибири. Помимо медалей и призов, победителям соревнований присудили и первый спортивный разряд. В этом году это последние соревнования для мальчишек. Но уже в январе они снова встретятся в ринге, уже на городском первенстве.